Итак, умер прямо у стен клиники в Киеве. Возле больницы скорой помощи скончался бездомный. На одном из информ-сайтов сообщается, что мужчина якобы обратился в ВСП с травмами, но через некоторое время его труп нашли возле медучреждения. В сети разгорелась дискуссия, якобы бездомного отказались принимать в больнице, поскольку у него не было денег. Позже председатель наблюдательного совета больницы Анатолий Вилимовский на своей странице Фейсбука опроверг эти обвинения, подчеркнув, что человек за помощью к медикам не обращался. Но служебное расследование по этому случаю все равно проведут. Завтра будет наглядово требовать создания соответствующей комиссии в больнице. Я думаю, что и администрация больницы это поддержит. Мы должны выяснить, что там произошло. Врачи железно подтверждают, что этот человек не обращался за помощью в больницу. Любой человек, который попадает в ВСП, ему в той или иной степени оказывается медицинская помощь. Независимо от наличия денег. Разобраться в ситуации обещают и в столичной полиции. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Тело отправили на судмедэкспертизу. По ее заключениям и будет установлена причина смерти. Было выявлено тело Безхонченко. Проведенным оглядом было установлено, что никаких тілесних ушкоджений, які б могли свідчити про насильницький характер смерті в домі Безхонченка, не могло. Зараз підстав вважати про якийсь кримінальний характер подій немає.